мощный парогенератор, который справится с любой тканью. Перед нами модель GC780840 от фирмы Philips. В комплект входит само устройство, контейнер для очистки от накипи, инструкция и гарантийный талон на 2 года. Отпариватель не особо тяжелый. Утюг весит 1 кг 200 граммов, а вся конструкция почти 3 кг. Работает устройство от сети, шнур длинный 1 метр 800. Шнур для подачи пара тоже достаточной длины, 1 метр 600. Под ручкой утюга находится кнопка подачи пара, а сверху разместился индикатор готовности к работе. Подошва антипригарная. Устойчиво к царапинам. Утюг можно оставлять на хлопковом покрытии гладильной доски и не возвращать на подставку, если во время глажки устанут руки. Посмотрим на подставку. Сзади три кнопки. Включение, эко-режимы для экономии электроэнергии и кнопка для очистки от накипи. Спереди отверстие для наполнения резервуара. Резервуар для воды прозрачный. Будет удобно контролировать уровень воды. Объем у него большой. 1,5 литра. Его хватит, чтобы отпаривать вещи в течение 1,5 часов. Благодаря технологии Optimal Temp здесь не нужно регулировать температуру нагрева утюга и сортировать одежду по типу ткани. Поэтому прибор подходит для любых тканей и одежды, допускающей глажку. Вещи можно гладить и отпаривать в вертикальном положении. Кроме того, есть функция парового удара для разглаживания складок брюк. А еще режим турбо для разглаживания сложных тканей, например, льна, хлопка, джинсы. Перейдем к особенностям. Парогенератор весьма мощный. Разогревается всего за 2 минуты и выдает до 120 мл пара в секунду. Кроме того, прибор автоматически отключается, если он не используется в течение 5 минут. Чтобы парогенератор прослужил долго, лучше использовать деминерализованную или отфильтрованную воду. Для очистки от накипи в комплекте есть специальный контейнер. Итого, такой парогенератор легко отгладит любые вещи, в том числе домашний текстиль. Он нагревается за 2 минуты. Здесь большой резервуар для воды, понятное и легкое управление, длинный шнур для удобства. С ним можно просто погладить вещи или отпарить их в вертикальном положении.